Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия открылась и работает выставка под названием «Крымские сюжеты. Персональная выставка художника Энвера Юнусова». Это его первая такая большая выставка в нашем музее. Художник родился в Узбекистане в 1977 году. В 2000 году он закончил Крымское художественное училище имени Самукиша. И после этого начал участвовать на выставках, заявил о себе как интересная творческая личность. И на нашей выставке охватывает период работы с 2000-х до 2021 года, вот эти, за этот период. Ну, если посмотреть внимательно работы, и мы можем определить, что основная тема его работы – это Крым прошлого и настоящего. И в этих работах художник с особым трепетом рассказывает в своих работах о разных уголочках нашего Крыма. Он запечатлел, возможно, эти уже мотивы и этого объекта уже нет, остались только на его работах. И мы видим, как тщательно он прорабатывает каждую деталь. И такая ассоциация возникает, что и где-то как бы литографии 19 века. Вот настолько он тщательно прорабатывает с любовью каждую деталь, то, что он вот видит и то, что он представляет, и создает определенную вот такую ауру Крыма. Работает он в разные технологии, там карандашом, работает тушь-перо, применяет на тонированную бумагу. Но основной сюжет все-таки это в его работах – это пейзаж и натюрморт. Это самое близкое для него вот этот, так скажем, жанр. И в его работах мы чувствуем, как художник неравнодушен происходящее, то, что он видит. И разное состояние природы, там, вечер, или это днем, или в полдень. Ну, вот о работах. Если внимательно любители графики как бы посмотрят, и они почувствуют вот его такое неравнодушное отношение к миру. Помимо графики, он уделяет свое внимание и живописи, хотя он себя считает графиком. Но на выставке мы представили его и живописные работы, уголки также Крыма. Мы видим улочки, его излюбленная тематика. Мы видим и морской пейзаж, мы видим и натюрморт также. И он везде пытается передать вот это состояние природы и объект, который также он видит, что мы видим его именно привлекать старинное. То, что все вот, то, что уже было когда-то в прошлом веке, позапрошлом, и вот эти уголочки он запечатлел.